ребята, у меня... блядь. Сдано на шефа. Короче, ребята, у меня есть Windows 10. На Android. Это операционная система Windows. Вот, можно тыкать. Тут есть игры. Короче, что надо делать? Вам понадобится YouTube, вам понадобится немного оперативной памяти. Это видео я... Это я, точнее, делал видео, так что берем YouTube. Я забыл какое-то видео, но надо сейчас посмотреть, повешу. Сейчас я вот нашел видео. Вот. Это видео. Мы должны перейти по ссылке в описании. Мне понравилось это видео, ну, потому что это хоть как эмулятор. Как, ну, короче, вот. Вот, видите, самая нижняя ссылка. Скачать приложение, вот. А само видео называется «Как снить Windows 10 на Android». Нажимаем. Я как это видео нашел, потому что тут очень много видео. Вот, Cloud Mail. Скачать приложение, вот. Перенесло. А потом мы просто качаем все. Вируса-то нет, я проверял. Но это китайская версия, так что там будет много чего на китайском. Точнее, все на китайском. Там QQ менеджер должен быть. Еще. Ну, короче, мы заходим. Вот нас перекидывают в облако. Очень долго загрузка. Не, недолго. Вот 25 мегабайта. Давайте скачаем. Вот нажимаю кнопку. А, кстати, нажимаю кнопку скачать. И тут запрашивают нас. Вы собираетесь скачать файл этот. Да, тут написано вот. Оно может быть вирусным. И еще такой баг. Файл этого типа может причинить вред вашему компьютеру, хотя мы качаем через телефон. Нажимаем. Я хочу скачать. Да, блядь. Давай, нажимаю. Я хочу скачать этот файл и нажимаю скачать. Потому что так у нас не качается просто ни хрена. Начинается загрузка. Вот. Загрузка идет. Фух, мне уже руки вспотели это держать. Что мы дальше делаем? Если у вас какой-нибудь другой телефон, ну, вот у некоторых должен быть сейчас. Диспетчер задач. Ну или какой-то другой. Вот у меня памяти мало. Заходим в download. Ну, у кого-то может быть my favorite, у кого-то другое. Вот. Тут все это есть. У меня флеш плеер был тут. Windows, Android. Вот. Android Windows, 22 мегабайта. Дальше что мы делаем? Мы разрешаем все, если у вас. Если вы первый раз скачаете это приложение, ну, вообще первый раз установите, то у вас будет надпись, что надо сделать, включить функцию неизвестных источников. Мы включаем ее в настройках. Ну и вот, приложение не установлено, потому что у меня оно уже есть. Я ни хрена не понимаю, зачем его скачал. Ладно, я удалю, потому что мне не нужно мало памяти. Ну... После того, как вы скачаете, должно произойти обновление. Там будет на китайском обновлении, вы жмете все есть там. И все. Вот вам настоящий. Правда, у вас будет сначала все функции на телефоне, как. И надо его включить как сам этот. Блять, как он называется-то? Ну, короче. Ну, ладно, вы должны обновить и сами включить этот эмулятор. Вот. А у всех людей, кто скачет обновление, не перезапустит приложение, у них будет тогда играться. Ну, это винда. Так что надо скачать одно приложение, называется... Сейчас я его найду. Надо скачать SuperZuzu, но как у меня это эмулятор настоящий, так что мне его не надо качать. Вот SuperZoo. Это типа как вставка рутправ. Кстати, должны быть рутправа. У кого этого нету,
Не надо огорчаться, надо просто вот написать, где root права, и скачать kitkrut. Ну и root checker, чтобы проверить, права установились или нет. Когда мы скачаем SuperZoo, я там вам покажу сейчас. Тогда вы на это зайдите в приложение, у вас не будет root, если у вас будет root, то все. Это приложение надо сразу же закрыть. Но тогда перезапустить телефон, у вас будет сразу эмулятор и поставить домашний экран. Если у вас же нету, то вы должны зарегистрироваться. У меня это не работает, потому что у меня тут должен быть именно интернет от сим-карты, а у меня его нету. Я пользуюсь интернетом другим. Но мне его не нужно использовать, так что я попробую его юнистилировать. Ну, или... Да не, не получится. Хотя, если у кого-то нет прав, мы заходим в тот же диспетчер задач. Прям в тот же диспетчер. Диспетчер, ёпта, где тут диспетчер? Так, диспетчер. Я остановлюсь на минутку. Заходим в наш диспетчер задач. Соберем папку. Первую папку, точнее, одну папку. Пишем. Так, надо... Все, это английский язык. Вот. Пишем. Root. И пишем су. Вот, где-то здесь создана папка root су. Вот root су. Тогда мы должны скачать еще одно приложение. Да. Еще одно приложение. Ладно, сейчас. Вот, качаем из Play Market приложение «Простой текстовый документ». Так называется приложение, пишем. Еще просто напишу. Текстовый документ. Вот, «Простой текстовый документ». Запомните, «Простой текстовый документ». Он без рекламы. Ну, это я вам уже пользовался, когда Windows 98 качал. Но у меня телефон просто не такой был. Потому что мне пришлось сделать root права. Ну, и потом их удалил его. Пошли дебил. О, блин, куда мне перешло-то? Ладно, ребят. Качайте вот простой текстовый редактор. Где он? Вот, простой текстовый редактор. Пишите там. Пишите вот new file txt. Пишем, чтобы получить root права, нам нужен номер телефона, или если у вас нет номера телефона, то у вас есть аккаунт. Мой аккаунт, короче, пишем. Сначала пишем root, просто root, нижнее подчеркивание. Извините, у меня там дверь открылась, да, пишем root аккаунт. Вот здесь root аккаунт. Пишем нижнее подчеркивание. Да, ё-моё. Пишем нижнее подчеркивание, пишем свой аккаунт. Мой аккаунт я не буду показывать. Пишем свой аккаунт. Когда мы написали свой аккаунт, так я его закрою, пожалуй. Когда мы здесь написали свой аккаунт и пароль, я вам покажу. Вот. Нижнее подчеркивание, как надо писать. Тогда мы должны написать нижнее подчеркивание и писать
Вообще, мы должны писать аккаунт без Gmail или всякого говна этого. Написано вот V, писать, запятая root. Все. А тогда мы... Ну вот, все мы делаем, все мы сделали уже. Мы нажимаем на вот, вот эту вот хрень. И сохранить. Сохраняем мы в... Руцу, вот. И пишем root, все. Файл сохранен. Теперь мы заходим и вот заходим. Все, вот root. У нас теперь есть root права. Мы теперь можем похвастаться друзьям. Теперь вы можете это все удалять, но только когда перезапустите телефон. И все. А, сам бодняк пенек. Фу, они потухли уже. Сам бодняк пенек. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!